Ты осторожнее, я же за мотором подвожу. Привет на Эльбе. Встреча на Эльбе. Привет, нормально все. Все хорошо. Вы хотели фильм, будет вам фильм. Так, как полинизация? Сейчас, подождите, сейчас. Вика, подержи за веревочку. Там сейчас мы. Плавает, дохлый, килограмм на 5, наверное. Ну, пускай Серьёзно? Плавает. Да. Всем привет. Всем привет. Встретились. Ну, как вы видите, мы выехали на рыбалку. Да. И мы уже на озере Воже. Ну, пока не поймали ничего. Ну, мы только начинаем. У нас 2 дня, 1.5. Приехали на 2 лодках, пришли. Александр с супругой и я с супругой. День будет насыщенный, погода вообще офигенная, штиль практически супер. Сегодня ехали и дождик, и туман. В такой туман попали, думали сначала, что дождик. У вас не было тумана? Мы проезжали, вообще ничего не было. Погода. Ну ладненько, давно не виделись, будем общаться. Давай я попараться. Так, Вика у нас или рыба. Это уже слабо стало. Значит, траву зацепила. Ой, как болтает. Давай рыбину доставай. Меня поймал. Ну что, как я и предполагал, мы немножко опоздали. Сейчас солнце жарит. Вика, какие у тебя мысли? Куда мы поедем? Траву? Предлагаю ехать ловить на удочку. Да. Может быть и поедем. А может быть и нет. Приехали друзья со стороны Вожиги. Вот сейчас 2 экипажа пытаемся поймать какую-нибудь рыбину на жареху. Ну, мы поймаем. Без рыбы никогда не уезжали. О, Вика молодец. Поймала судака. И какого? Килограмм 200 где-то так. Килограммы точно есть, Вика, ты чё? Молодец! Вот так вот надо ловить. Надо здесь покружить. Так, главное не упасть. Давай рыбу лови. Чё, серьёзно чё-то? Вот есть. Это рыбачка! Давай, смотри за рыбой, не на меня. А чё, крутой какой-то, тяжелый? Да, неужели, неужели твой крэнк круче моего ловит? Где там эта леска-то, господи? Тихо, 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 тихо. Ну, подожди. Вот ты, где-то подожди ты, недалеко-то не отпускай. Опа, опять такого же. Ну ты, Вика, вообще обалдела. Молодец, да? Да. Так, есть. Опять рыбачка в деле. Ой, трава, походу, смотри. Да? Ну, может, с кем-то. Нет, трава. Да? Ага. Так мы в траву заплыли. Ну что, друзья, у нас некоторый перерывчик. Ну, не обед, но ближе к этому. Вика у нас сегодня чемпион. Пошу. Поймала хороших 2 судаков. Да, обедишь. Да, видишь. Александр и я по-маленькому. А вот Люда не поймала. Короче, судачок немножко ловится. Так, по-тихому. На синенькие воблера. Вот подобрали как раз синенькие. Другой цвет пока не берет. Отлично. Сейчас немножко посидим. И опять будем ловить рыбку. Сейчас грозы подождем и в избушку сразу. И в избушку. Ну, у
нас есть уже что пожарить. Есть что поесть. И есть что. Молодцы. Все молодцы, все молодцы. Передавайте привет всем. Вот так вот. Сейчас подкидывая друг друга начнете, да? Бомбочкой. Друзья, попытка номер 3, и мы сейчас все-таки выйдем на рыбалку. Иди нас, Сусанин. Саня, ты туда ходил, да? И что ты там нашел? Так, короче, друзья, нас волна спугнула. Мы решили сходить в лес прогуляться. Может, ягодки найти какие-нибудь, грибочки. Вот, уже пахнет настоящим лесом. Нашим таежным, северным. Так. Девчонки, вы тоже не отставайте. А что, Вика, у тебя телефон ловит, что ли? А, у Вики телефон ловит. МТС, оказывается. Круто. Так вот. Морожка уже отошла. Грибов не видать. Что-то. Ладно, погуляем мы по лесу немножко. Подышим воздухом лесным. Я не хочу. Я в детстве насобирался, не хочу. А за грибами хорошо ходить. Красота. А запахи какие. Все вперемешку. Голова аж кружится.
Ну как вам в лесу? Прекрасно. Таня, покажи, говорит, сколько черники там собирал. Вон гриб свежий еще есть. Ага. Найдем еще. Вон. Сварим. Сварим. Молодцы. Так, ты ведро 10-литровое, так нормально там все уже. Ну ладно, мы на рыбалку. Часик порыбачим и в избу будем жарить судака.